Краевые дорожные службы приступили к восстановлению трассы Раздольная-Хасан. Хасанский филиал Примавтодора начал работы. На этой неделе рабочие выполняют ликвидацию пучин на 83-м и 175-м километрах трассы. На 168-м километре автомобильной дороги делают ямочный ремонт. Отрабатываем сразу несколько участков, отметили в Примавтодоре. Завершаются работы по устройству слоя износа. Задействованы 2 автогрейдера, 4 грузовика, 2 экскаватора, 3 КАМАЗа и 1 бульдозер. В целом по краю ремонт и содержание автодорог ведется с опережением графика. Результаты, в принципе, неплохие. По состоянию на 2 июня мы вышли практически на 50% от общего годового объема по всем этим видам работ. В части, касающейся восстановления кюветов, мы уже сделали 70% от годового объема. И предполагаем, что в июле месяце мы уже весь лимит, который определен у нас контрактом, выберем. Но при этом есть договоренность с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, что возможно увеличение ассигнований на эти виды работ.